Главный судебный пристав России скоро посетит Бурятию. Директор федеральной службы Артур Парфенчиков приедет в нашу республику 22 сентября в рамках рабочей проверки. По данным пресс-службы ведомства, он пробудет у нас пару дней. Во время поездки главный пристав посетит структурные подразделения местного управления, встретится с главой Бурятии Вячеславом Наговицыным, главным федеральным инспектором по республике Александром Клочихиным и руководителями органов власти. В Бурятии отмечается низкий урожай орехов и ягод. Об этом заявляют сотрудники заповедника заказника Фролихтинский. По их словам, животные обитатели сейчас готовятся к зиме и безостановочно запасаются пищей. Кроме того, урожай кедра в этом году ниже среднего. Обилием ягод тайга также не радует своих обитателей. По мнению госинспекторов, зима нынче предстоит не из легких. Сейчас они прочищают тропы по маршруту зимнего учета животных, заготавливают дрова, при этом не забывая охранять угодья заказника от браконьеров. На двух нарушителей уже составлены протоколы.